Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые поэты и писатели! Здравствуйте, уважаемые участники лифт-марафона! Здравствуйте, уважаемая Татьяна! В первую очередь мне бы хотелось поблагодарить всех организаторов такого уникального проекта и в особенности поблагодарить Маргариту Аль за предоставленную возможность участия в лифт-марафоне. Татьяна, каковы ваши впечатления от прошедшего лифт-марафона? От лифт-марафона у меня самые только положительные впечатления. Я испытываю много радости. Это просто непередаваемые ощущения. Этот проект дает возможность авторам для продвижения своего творчества, помогает рождать множество новых идей для своей поэзии, как явить ее людям всех стран. Татьяна, а знакомились ли вы с творчеством ваших коллег в процессе лифт-марафона? К сожалению, я присоединилась к лифт-марафону намного позднее, перед самым его окончанием, но я познакомилась практически со всеми участниками. И хочу сказать, что все произведения достойные и хочется их пересматривать много-много раз. Назовите, пожалуйста, топ-5 ваших любимых поэтов, писателей. Из писателей-поэтов мне бы хотелось, конечно же, выделить Марину Цветаеву, Николая Гумилева, Александр Блок, без сомнения, Сергей Есенин. Мне очень нравится Шолохов, Достоевский. Из зарубежных писателей мне нравится Оскар Уайльд, Хемингуэй, Ги де Мопассан. А как близкие люди относятся к вашему творчеству? Для меня близкие люди – это не только родственники, друзья. Для меня близкими являются все те, кто рядом со мной, кто переживает, кто поддерживает, кто читает меня. Я очень-очень им благодарна, что они всегда со мной рядом. А в каком возрасте вы написали свое первое произведение? Свое первое стихотворение я написала, когда мне было 15 лет. У меня был свой дневник, в него я записывала все свои эмоциональные переживания, но спустя некоторое время я забыла про него и много-много лет не писала. Спустя 20 лет я нашла вновь в себе вдохновение и стала развивать свое творчество. А какая тема основная в вашем творчестве? Я пишу о близких мне людях, я пишу о родине своей, у меня есть философские стихи размышления, у меня есть стихи на любовную лирику, разная тематика. А что изменилось после участия в лифт-марафоне? Ну, наверное, мне захотелось участвовать еще больше в новых проектах, у меня много мыслей по поводу представления своей поэзии в новых форматах. Татьяна, а что бы вы пожелали начинающим литераторам? Начинающим литераторам, конечно же, мне хочется пожелать очень много-много вдохновения, чтобы занимались своим творчеством и продвигали его, чтобы не складывали в стол, чтобы много генерировало идей в их голове. Ну и, конечно же, здоровья, счастья и любви. Спасибо, Татьяна. А я напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Якущенко. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы новый 21 год принес еще больше удачи, успехов в нашем творчестве, в жизни, чтобы все были счастливы. Всего доброго.